С 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения Минздрава касательно состава автомобильной аптечки. Новым составом предусмотрены медицинские маски и перчатки. Одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы для перевязки и хирургические. Аптечки с устаревшим составом выкидывать не придется. Их можно использовать до конца срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Несмотря на то, что с прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители исключены из обязательного перечня для прохождения техосмотра, госавтоинспекция и медики настоятельно рекомендуют всегда иметь аптечку в автомобиле и в общественном транспорте.